Слово предоставляется Анне Владимировне Муштай. Дорогие мои, любимые, все вы для меня друзья. Я вас всех очень люблю. Сейчас к нам приближается праздник Пасхи. Кто-то верит, кто-то не очень. Но в каждом сердце вашем живет добро, любовь, забота. И все вы реализуете своими умелыми руками, чистым сердцем, любовью в своих творческих работах. И этим несете любовь к тем всем людям, которые будут любоваться и наслаждаться этой выставкой. Поэтому можно даже так сказать, что вы как бы вот свою любовь дарите Богу. Я вам всем очень благодарна, всех вас очень люблю и желаю всем здоровья и будущих творческих удач.